Всем привет, с праздником! Мы вернулись с очередным обновлением, которое принесет вам радость, кое-что новое и массу оптимизаций. Так что наденьте оленьи рога и узнайте, что мы приготовили для вас. Для начала давайте начнем с сезонных предметов. Сезон отпусков приближается, и мы прониклись духом Рождества. Как всегда, у нас есть новый экран главного меню, на этот раз с динамической темой. Но это не только косметика. Если вы в этом году будете хорошим заключенным и трудолюбивы, есть шанс, что Санта может навестить вас и принести вам подарок. Теперь Санта работает загадочным способом и сказал мне, что если я напишу, как он работает, меня внесут в список непослушных. Рождественские украшения также возвращаются, поэтому не забудьте украсить свои базы деревьями и украшениями. Это может быть полезно, если Санта решит навестить вас на Рождество. Следующее стало очень востребованным, так как мы представили мотоциклы, заведи мотор, начисти свои кожаные штаны и собери братков. Время для стильной поездки. Мотоцикл типа чоппер и позволит мне сказать, что они классные. Только убедитесь, что у вас достаточно бензина, еды на дорогу и боеприпасов для дорожных разбойников. Двухствольные дробовики уже в игре. Самый надежный. Идеальный для охотничьих поездок. Вы знаете, поскольку он имеет только две камеры, меньше шансов застрелить вашего приятеля. Этот шлем – лучшая защита головы, которую вы можете иметь. Способный остановить почти все малокалиберные патроны. Он является идеальной защитой для стрелка. Следующим шагом является то, что мы хотели сделать с момента первых разговоров. И мы также спросили вас. Теперь вы можете играть в русскую рулетку. Сначала вы заряжаете револьвер. Затем щелкните правой кнопкой мыши в инвентаре и выберите барабан. Выбрать другой вариант. По этому второму варианту у вас есть либо два исхода. Безопасный и небезопасный. Так что больше никаких споров или голосований в группах. Разрешайте споры как мужчины. Давайте теперь без каски. Да нахуй, бля. Давай снимай каску, бля. Играем, ебать. Играем по-взрослому, блядь. То куля в лоб, то куля в лоб, ты понимаешь? Ну шо? Давай. Ну чё? Коммент суицид. Ты, сука, подставил, ты специально? Мы много работали над температурной системой. После того, как была проведена переработка метаболизма, температура стала основным фактором, на который нужно обращать внимание на острове. Нельзя просто надеть много снаряжения с четырьмя слоями одежды и без всяких последствий бегать по побережью. Так что охлаждение – главный фактор оптимизации игры ваших персонажей. Теперь мы изменили способ работы с солнечного света и теней на острове. В реальной жизни, если вы чувствуете, что страдаете от сильной жары, что бы вы сделали? Хорошо, пройдите в приятный прохладный тенек, но ни одна игра не предлагает эту функцию. Ни одной игры до сих пор. Если ваш персонаж обильно потеет, просто зайдите в тень и охладитесь. Не верите, что это работает? Но мы также добавили новый элемент. Термометр покажет вам, что это правда. Вы можете надеть его и подержать в руках, и он точно покажет вам температуру вашего окружения. Так, теперь исправление ошибок. Исправлены ошибки, из-за которых обезболивающее нельзя было использовать. Исправлены ошибки, из-за которых нельзя было добавлять триггеры в ловушки. Исправлены ошибки, из-за которых меню паузы не отображалось, когда пользовательский интерфейс скрыт. Исправлены ошибки, из-за которых нельзя было стирать одежду. Исправлены ошибки, из-за которых иногда при взломе экран становился черным. Исправлена ошибка, из-за которой
звук зомбака-самоубийцы все еще зависал при убийстве. Исправлена ошибка, из-за которой при смене оружия в руках предмет в одной из кобур оказывался в другой кобуре. Исправлена ошибка, из-за которой зажим М1 выходил из строя при размещении винтовки на стенной стойке. Исправлены ошибки, из-за которой игрок опускал оружие при прыжке. Исправлены ошибки, из-за которых при некоторых действиях при удерживании бинокля пользовательский интерфейс зависал. Исправлены ошибки, из-за которых из открытых контейнеров не выливалось содержимое при добавлении в сундуки. Исправлена ошибка, из-за которой голова игрока взрывалась даже при попадании в тело. Исправлены ошибки, из-за которых контейнер не отображал общий вес должным образом. Большая волна оптимизации для лагов и взаимодействия клиент-сервер. Исправление ошибок уровня. А теперь немножечко поиграем. Специально обученная девушка, которая ездит на мод. Я столкнулся с проблемой, ничего себе. Подушки безопасности-то хороши. Ну алло, ты можешь спрыгнуть? А ну, попытка номер два. Жизнь так быстро заходит, выходит. Хорош меня радовать. Но это только самоубийство по-любому. Да. Респаун. Не хочу себе блат. Респаун. Респаун. На русском. Респаун. Так. Подвесоны, прогрузоночки. Как оно плавно идет. Ух ты. А-а-а. Круто. Так, теперь спавним байк наш. Крузер. Вот он. Красота. Вот это звучок. Через таб не заходит. Через Shift C заходит в менюшечку. Смотрим. Мото третьего уровня. Погнали. Вау. Вот бездорожье. Он соточка идет. Так, а где я? Кто я вообще? Ага. Не, по ощущениям такое, вкусняшка такая. Сто пять километров. Как он идет, как он идет. Как он едет? Здравствуйте. Такие видели, какой у меня мотик, э? Не, игра плавненько идет, плавненько. Настройка. Графика. Чего? DLSS? Добавлено DLSS-ка. Так, 100%. DLSS-ка добавили. Я не знал. Я не знал. Я так давно в него не заходил. Их он затемнение тумана от прозрачности, качество облаков красивенькие она сделать. Так, ладно, вот настроечки я сделал покруче.
Так. А ну встань. Рассмотрим его. О май гад. Посмотрите. Какая прорисовочка. Какой байчичек. Как это все красивенько. Можно эту руку убрать как-то? Почему она у меня отображается? Класс. Так, а есть? Есть. Багажничек есть в мотоцикле. Это хорошо. Это прекрасно. Так, ну чё, поехали. Заводи. Погнали. Скам сделал СС, это что-то с чем-то просто. Вот такое, столько мы в час. Вас просто на любой машине догонят и... сделают вам хорошо. Да, скам сделал СС, вообще играется по-другому. А ну иди сюда. Ха! Минус тело. У-ху! Да, крутецко, крутецко вообще. Его еще доработают, я думаю. Потому что я вообще не чувствую его. Такое вялая что-то фигня какая-то. Он же тот тяжелый должен быть, по идее, такой чувствоваться вообще, ух. Такая еле поворотливая херня. Так, а давай на максималочке скам сделаем. А ну настроечки. DLSS же завезли все-таки. Можно и на максималочке сделать. Эпические. Продолжить. А что за размытие идет? Это DLSS делает, типа? 60 FPS. Вы понимаете, 60, 57 FPS. Вы должны понимать, у меня сейчас идет программа записи идет. Я не знаю, что она не включается, вот. У меня на втором окне Lineage 2M включен. Где у меня персонаж сейчас фармит. Чтоб вы понимали. 60 FPS кам на эпических. С DLSS. RTX 2060. Уху! Ну да, в город заехали, FPS-ик сразу просаживается. Но это и понятно. О, не, вот она, DT-11B. Давайте мы ее рассмотрим. Двухзарядочка. А ну-ка, патрончики. Так, зарядочка. Он сразу два заряжает. Прикольно. Какая-то имба просто. Представьте, что у вас два черных патрона. Первым не попадаете, но вторым... Это имба, это просто имба выживальщика. Так, надо черных патронов сделать. Он меня не видит, не слышит. А что с ними сделали? Или это шотган такой? Он DLSS мылит, сильно мылит. Он дергается, он мылит. Это DLSS делает. Так, это зеленые. Красненькие мы выкинем. Ничего себе, попал с красных. Это расстояние, конечно. Но это имба, это полное, это
Это чисто имба. И он еще красивенький такой. Двухзарядный. Здравствуй, друг. Как дела у тебя? Один есть. Не, это чисто имба. Вот чисто второй патрон. Остается в базе такой запасной патрон называется. Как оно плавно идет. 60 FPS. А ну-ка, давайте DLSS выключим. DLSS графика. DLSS использовать. Off. Без DLSS 45-43 FPS. Ну, 15 FPS прирост. И загрузка видеокарты просто 100%. 15 FPS просто. 15 FPS прирост. Как мне нравится, что они работают над игрой. Вот. Хоть тут баг на баге, как бы. Люди работают над игрой. Постоянно что-то пытаются сделать, оптимизируют, добавляют новые. Работают с своим комьюнити, как говорится. Можно, конечно, еще выкрутить разрешение отображения до 200%. Тогда вообще это все сейчас закипит. Что мы видим? 60 FPS. 60 FPS, алё, скам, что с тобой? Скам, не пугай меня. Видимо, они что-то нахимичили тут настройками, то что... Что разницы я не чувствую. Так, не трясись, успокойся, все хорошо, не дрожи. Так, смотрим, да? Теперь делаем 100% настроечки видео. Что поменялось? Нагрузка меньше стала на видюху. А если мы делаем 200%? Ничего не меняется. Или меняется? Не знаю, не знаю. Может, она перезаходить в игру? Да, не, я думаю, его подправят, а то он сильно легко как-то идет. Поворачивает сильно легко. Уху! Жесть, он летает просто. Это шаттл, наверное. А, тут же роботы, ё-моё. Уху! Такое, короче. Да, я забыл совсем, что я играю в одиночке с роботами. Такое, я мимо проеду роботов. Мимо робота. Ах, как оно глючит. Так, ну надо настроечки меньше сделать. Так как у меня запущена куча программ. Ну что, писец, такие подвесоны жесткие. О, сразу 64-65 нагрузка на видеокарту. Вообще рекомендую всем, у кого RTX 2060, просто высокие настройки делать. И кайфуйте от игры без лагов. Они еще не заспаунились, не успели. А, вот, есть местный житель.
Да, долгая перезарядка. Это вас забьют быстрее, чем вы перезарядитесь. О-о-о-о-о, жители местные попросыпались. Ух ты, как они вылетают, прикольно. Ну, с меня такой стрелок, вы не обращайте внимания. Класс, они так вылетают офигенно просто. Круто. Сейчас мы, короче, попробуем одну вещь. Я там наспавнил где-то штук 30 зомбаков. Смогу ли я выжить против них с вот этой ружбаечкой? Ну, я думаю, что нет. Потому что она двухзарядная, пока я буду перезаряжаться. Так, где-то тут они, вот они, вот они. А ну, мы с инвиза будем их убивать. У-у-у! Ёбаный стыд! Вылазь, вылазь. Так, а они не поняли никуда. Так, один есть. Не, это ГБ. Это ГБ. Не-не-не-не-не. Мне только поможет церковь, я думаю. А, ни разу не попал вообще. Стопе, стопе, стопе. Есть. Вот они бегут, бегут. Не, это нереально, это просто нереально. Помогите. Беги, беги, моя милая. Да, ты ну шо, шо? Беги, беги, ты еще сможешь? Сможешь, сможешь. Сможешь, давай, 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 мансуем, мансуем. Давай, только перепрыгни, господи. Не, я не знаю, что мне делать. Ты можешь запрыгнуть? Запрыгнуть куда-то. Давай, давай, давай. Ух ты. Всю одежку порвали. Но только таким образом. По-другому никак. Да ты шо, серьезно? А у меня там травма, наверное, 15 уровня, да? С3, С1. Да, она не жилец. Ну что я ожидал с дробовиком? Так, ладно, это с вами был Розе. Всем до новых встреч.